И к первой теме. Мирнинский район наравне с остальными регионами страны встретил обновленный день окончания Второй мировой. В этом году указом президента России празднование памятной даты перенесли со 2 на 3 сентября, восстановив историческую справедливость. На площади Ленина в Мирном прошла торжественная церемония спуска Знамени Победы. Этот стяг в центре алмазной столицы по традиции поднимают 1 мая. И он все лето развивается в небе. Ответственную миссию спустить флаг и передать его на хранение доверили ученику 12-й школы. Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре, обладатель берета Кремлевского полка Сулайманову Бимирзе. Память погибших почтили минутой молчания. А после мемориального комплекса 30-летия Победы к вечному огню возложили цветы. Сегодня на территории Мирнинского района проживают 3 ветерана Великой Отечественной войны, 3 узника фашистских концлагерей, 20 вдов участников боевых действий и 74 ветерана тыла. Из бюджета всех уровней в этом году ветеранам оказывали материальную поддержку. Администрации Мирнинского района в этом году были выделены более 6 800 000 рублей на проведение текущего капитального ремонта жилья 27 ветеранов. Сегодня я хотел бы пожелать нашим ветеранам, всем жителям Мирнинского района здоровья, благополучия и, самое главное, мира. Мира без пандемии коронавируса, без самоизоляции и карантина.